Yeah, they're not trying to be a coach that in a caper. No, I'll be here. Ну все. Доброй ночи, хлопцы. Ну, подъехали, да? Сюда на разгрузочку, а тут, короче, такая фишка. Короче, дым с трубы валит. Вот тут-то снизу загорелось. Сейчас пожарки приедут. Эдди, а мне с рыхтик люк даст. Все, пошла жара. Короче, я вам скажу, хлопцы, здесь конкретный айнзац, да? Фиг его знает, сколько здесь машин, людей. Это просто что-то, да? Сколько пожарных машин, полиции, кого здесь только нету. Ну, мы стоим, пиво пьем, да? Вот наши хлопцы сзади стоят. Добрый день, дамы и господа. Ну что, помыл немножко машинку, сполоснул колеса, спойлера боковые помыл. Сразу совсем другой вид. А то что без дела стоять, а то фельги были уже грязные. А у нас здесь, смотрите, вода какая прозрачная. Вода просто огонь. Ну, коллега стоит еще тоже, моется. Ждем, они, у них сейчас пауза. Ждем их разгрузки второй. Я-то уже разгрузился. Но... А вода просто огонь. Блин, если бы сейчас не ехать, можно было полностью раздеться, туда прыгнуть, да? Фух. Давайте, всем хорошего денька. Мы на связи.